Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, Пейдж, Хусейн и Лесгейм. Надо было наоборот, Лесгейм, Хусейн, Кентавр и новый член семьи. Всем привет. Всем привет. Здрасте, к нам присоединилась одна дама, вот такая вот дама-трансвестит, как бы получается. Почему-то, не знаю почему, но он все-таки трансвестит. Мы же все-таки в джунглях, а в джунглях они водятся. Я поэтому красивый? Вот такой вот, да, красивый трансвестит. Да. Ну да, правда, на Тагира похож, но тут ладно. Да, я сегодня лысый, вчера он был бородатый, сегодня он побрился. Да, все-таки задонатили 15 тысяч на стриме. Да, задонатили ему, кто-то говорил, что он побрился, то он побрился. Олег говорил, что он этот яйца прищемил, и поэтому у него такой голос, короче. Пейдж, скажи что-нибудь. Что я могу сказать? Рассказывай о себе, как мы вообще тебя встретили? Бегала тут по джунглям, да? Да, бегала, и вот наткнулась на целый трайб, типа из трех человек. Так, ребят, тогда давайте по чуть-чуть выживать, идем дальше. То есть смотрим, живем, пушаем и так далее. Говорите свои мысли, делайте все, что надо для того, чтобы выжить. Я уже рыбу добыл. Молодец, красавчик. Следующий. Кто чем занимается? Бананчики. Так, я вот что-то не... Тоже собираю. Бананы будут. Кстати, дожди, блин, у нас кокоса не было, а нам нужно кокос и набрать. воду, да, набрать. Ага, кокосы нужны, да. Камушки вижу, так. А кокосиков я еще не видел, кстати. Сейчас пусть ты бери тогда рыбу с собой, только не разделывай ее и бери просто. Да, у меня тут три штучки есть. Все, суши будем кушать. Нас четверо, все-таки надо чуть-чуть больше. А что это такое? Да. Какая-то маленькая, вообще маленькая рыбка. А я сейчас добью, посмотрю. А, ее добыть нельзя. Смотри, что там пираньи не было. Ну это, по-моему, она и есть. Друзья, не забываем, что все, которые здесь играют, топорик. Все мы ютуберы. И поэтому ссылочки от всех каналов будет в описании, да, у всех. Да, ссылочки все в описании. Так что, ребятки. Заходим ко всем подряд. Поддерживаем, да. Ставим лайки, комментируем. Обязательно. Да? Что, какие ракурсы, кто чем занимался. Печально, меня сейчас будут кусать, потому что я упал. Так, наш уже ушел. Ты эту рыбу вот так прям нанизывал, да, ловил? Нет, вот смотри, на колесико мыши нажимаешь вот так вот и кидаешь. А, он кидаешь, летит. Все, понял. Да, вот он летит, все, я убил. Понял. Так, у нас здесь плод висит, его не трогаем, да? Какой плод? Плод? Где? У нас плодов полно красных. А, плоды? Нет, плоды собирай, бери. Собирайся. Все собирай. Собираю. Это бананы. А, не, я просто не... Вот банан вверху. Ну, пока ты не видишь, я кушаю. Хорошо. Так, если по чуть-чуть поднимаемся наверх. Мне кажется, здесь мы не останемся все-таки, а немножко пойдем вверх. Мне кажется, надо идти и собирать орехи, потому что орехи тут... Да, нужно двигаться. Просадка. Просадка по жирам, к сожалению. Так, давайте. Я вот хочу только это сделать себе копье. Ага. Не так. Сваливайтесь, главное, вниз, а то будет очень чего? Печально. Очень я пещеру нашла, маленькую пещеру. Там что-то есть интересное? Нет. Так, нет, она тут просто такая ниша небольшая, если выживать. И здесь, я не знаю, Кусь, иди сюда. Руда это или нет, я но здесь. Она не подсвечивается. Вот я здесь. Сколько она совсем маленькая. Да, не, я просто сказал, у меня пока нормально. Скорее всего, стартовая какая-то. Локация такая, да, пещерка? Пусть орехи иди сюда, вот они под этими растут, под такими вот деревьями. Чтоб ты знал, здесь их вот нет, но как бы так. Срубите, чтобы они все упали как-то, не по одному, когда они падают. Тут сухие листья выпадут, это тоже полезно. Кстати, нам Пейдж сказала то, что можно брать... Чего можно брать? Да? Листьев 6 штук можно сразу брать, да, ты сказал? В руки, да, можно брать до 6 штук и нести. Это правильно, это для постройки, но нам сейчас не надо. Не, когда я строишь, надо 6. Не-не-не, надо все. Да, это для постройки. Записная книжка, сейчас броня из листьев, да? Тут, да, я делаю. Ты главное не торопись, вообще не торопитесь, чтобы мало... Броненосец. О, копьем в голову. Нет. Сразу. Не, кидать, я его просто... Кидать, давайте зажмем его. Все, я добыл. Молодец. Вообще красавец. Так, а у нас листья табака нигде. Кента, напомни, как броню делать. Я что-то вот... Броненосец... Два листа. Банан лист один. Что, и два, подожди. Две веревки. Я его добыл, мясо у меня появилось, но я не добыл самого этого. Где его шкура? А это, может, не броненосец был? Я не знаю, сейчас посмотрю, кто это. Это вот мясо трехполосного броненосца, вот я сырое. А оно где. Сразу... А, у Вивитаря, значит, нет, выпало это вот панцирь. Я смотрю, панцирь в инвентаре.
Рыба. Перемотай этот инвентарь. Смотря какой, если это был светлый маленький броненосец. Светлый то маленький. А у него нет, чтобы не падает. Нет панциря. Так и что, мясо, но оно протухнет, мы не успеем его пожать. Бери, да? По-любому, я... пока. Почему? Пусть будет, пока инвентарь. Посмотрим, нам же в любом случае сейчас где-то надо будет с костром разобраться. А сырьем? Пошлите. С чем? Сырье найдем. Я, правда, я не знаю, надо было брать то дерево, которое я срубил. Так, народ, давайте. Блин, мне бы копье. Мне бы копье. Сейчас, секундочку, сейчас я сделаю себе копье. А вы тоже сделаете себе копье? Олег, то же самое. Копье я сделал уже, все. Вот, у меня топор хороший, я копье вот, есть. Я хочу найти листья топор вот этих вот, табака. Листья табака на всякий случай? Ну да, вот я здесь нашел похожие, но что-то у меня не... Острый топор, деревянная палка, три каменных. Собирай любые листья. Все, что падает, собирай. Пейдж, я крафчу повязки чуть выше, там, где я говорила, пещерка есть. Иди вниз, мы уже внизу, мы идем все налево. Я хочу сейчас попробовать. Вау. Нифига себе, кусок тебя кидает. Так, погодите, кидает. Внизу, опа. В смысле, вы прошли через мостик? Откуда мы пришли? Откуда мы пришли? Через мостик и вниз. Какую? Иди. Да. Я здесь. Ты прям исчезаешь и появляешься. Нет, я здесь. Ну, это пинги и так далее, наверное. Но... Так, давай, так, кто? Ждем Пейдж и идем. Сейчас так, она давай. Перейдет через эту речку. Пей. Ну, кстати, в курсе, хорош... что, в курсе, да, что с бревна можно упасть? Да, шифтовать там нежелательно. Что-то упало? Так, а нет, я прошла вниз, вижу вас, вижу. Хусейн, ты как кидал, на правую кнопку или как? Ты зачем меня кинул? Длинная палка. Никто ничего не кинул. Хотя не, никто в тебя ничего не кидал. Странно. Ты исчезаешь у меня. Все, давайте налево по чуть-чуть двигаться по этому руслу. А ну, ну не русло реки, а просто. Попробовать сделать. Какой? А тут получается, смотри, три, одна палка, сейчас скажу. Да, два. Пейдж, скажи ему, топор хорош, как делается. Плюс три каменных, кого? Два камня, одна палка, одна веревка. И одна веревка. Не, я не за то. Получится вот такой топорик. Такой. Изготовить, и надо три, три этих ножа. Изготовить. Что ты хочешь сделать? Острый топор, смотри. Я его сделал. Вот, острый топор, смотри. Он. Из всем чего привет. Еще раз? Палка, три. Три вот, топора. Три ножа. Три ножа. А он лучше, чем мой каменный? Вот, я не знаю. Знаю, но я посмотрел, просто острый топор. Мне кажется, ими прикольно. Чисто бить, знаешь, кого-то. Ну да, аборигенов. Ну, может, аборигенов. Вот лежит, а что ты его бросил? Возьми. Да я подобрал его, я просто кенту показал. А. Давайте, давайте дальше, идем дальше. Поехали. Малинный рез. Я, короче, в первый раз отошла смолу. Представляете, из нее можно сделать факел улучшенный. Так, а я что-то смола. У меня просадка то ли отравился чем-то, то ли еще что-то, не могу понять. Камень есть, кому брат, нужен? Нам все равно надо будет сейчас где-то останавливаться, потому что надо приготовить спальное место. Ночью, да, надо спать беда. Нормально. Костер, спальное место и кокосы. Смотрите вверх. А, кокосы, тут вообще пальм нет. Надо, вон, да. Вон, смотри, вон там сколько пальм, может там есть? Я пещерку нашел, это проход через другую локацию. Мы, наверное, через нее сейчас проходить не будем. Скорее всего. Так, напомните, у меня значок, короче, один. И что-то там, короче, кругленькое. И такое, как клякса какая-то, я забыл. Клякса? Я что-то уже... Да. Я что-то кротупил. Я даже не знаю, что я получил. У меня вроде все нормально. А вроде и нет. Сейчас у меня тут скорпион. Где? Минус... А то я сейчас на него нарвусь. Минус скорпион в пещере. Так, ну... Можно здесь, в принципе, остановиться? Найди тогда место более-менее и приготовь там кое-что. Ключи, а, ребят. А, тогда вот здесь, да, ребята, будем? Ну, можем, да. Так, а здесь? Это обычная пещера. А, короче, остаемся на ночь пока что здесь, да? Да. Нам нужна, во-первых, сохранка. Так, смотрите, да. Ребята, я ставлю каркас, вы сейчас рубите большие стволы, те, которые лианы запутанные, так. И носите вот каркас. Я понял. Поехали. Крыса, банана, сколько углеводов. О, крыса. Убиваю, у нее очень хорошая еда. А у меня, блин, я одну копье. Я протупил, я в нее копье бросил. Кент, бежит к тебе крыса.
А, кому-то надо будет пойти искать кокосики, наверное, Кен. Ты у нас там на выгуле. Ты у нас на выгуле. Да, я буду искать. Где крыса? Она далеко пробежит с этим? А, вот вижу. Вижу. Пусть останься, я ее догоню. Я просто в нее кинул. Копье всадил? Да. А мы строили. Наконец что-то построили. Мы здесь сохранимся, и в случае неудачи мы сможем здесь, по крайней мере, воскреснуть. Пусть бери, только она, мясо будет. Ага. А, у меня места нет, у меня рыба, Кент, у меня 4 рыбы. А, тогда иди выкидывай, строили, там, где строимся. Угу. Я не знаю, вот крысу эту я в нее кинул, у нее осталось так. Копье, и через сколько она упадет, или упадет она вообще? Она упадет. Ну, если ты догонишь, где она есть, то такая беда. Что их фиг найдешь потом. Траекторию надо видеть. Ты понял, да, как она побежала? Да, она прям поэтому. Чё-то там кто-то ноет, что у вас там? Да, я тоже слышу какие-то звуки. Да, это не индейцы уже, как аборигены? Не дай бог. Так, я 2 бревна несу. А, уже не надо, да? Там еще не, есть. Надо. Полно бревен надо. Так. Лишним не будет, вы их потом можете забрать. Пусть крыса твоя ушла, короче. Так, нужны длинные палки, да. Пока нужны длинные палки. Кстати, так. Это топор нормас такой. Че, топор сломался, что ли? Да, он ломается. Черт. Он, по-моему, ломается намного быстрее, чем такой. Вижу твою крысу с копьем в жопе, блин. Реально в жопе. С копьем? Да-да-да, прям как антенна, блин, стоит. Нормально, она улегла уже? Херак. Не, сейчас я ее. Ребят, чтобы тонкие ветки падали по несколько штук, надо рубить тонкие деревья, которые... Ну, длинные палки ты имеешь в виду, да? Так, я тогда буду, тогда проще, наверное, простой топорик. Держи, я не знаю. Ставь, неси и ставь. Если бы я могла у тебя прямо из рук взять так аккуратненько, я бы, конечно, взяла. Так. Окинь на землю, подними, такое себе. Ой, а кости не близко. Блин, что-то вообще тонких не вижу. Листобока. Как-то я бы, конечно, сказал, типа, девушке надо там помогать, там все дела, но смотря на то, что девушка является парнем. Я помогаю, учу. Давай работай вместе с нами. Я помогаю. Я тут стараюсь. Блин, надо будет просмотреть ваши записи, насколько я там красивый. Так. Насколько я красивый, да? Насколько я красивый. А тут, красавица. Напомни мне, у нас тут есть перевес в игре или что? Вышел, вы были отключены от игры. Вы что, серьезно? Я тут. Да, и я отключился. Я играю. Нет. Я отключился. Пейдж есть, это есть, Хуся есть, лесгейм есть. А вот, лесгейм покидает. А вот сейчас никого нет. А уж мне пришлось окей нажать. А вы знаете, что проблема в том, что все-таки сильно разделяться, походу, пока что в этой игре нельзя, да? Наверное. Уходить друг от друга далеко. Походу, потому что я был за крысой бежал. Мы втроем играли, уходили. Да. Ну, не слишком далеко вроде. А, Кент ушел далеко. Я сейчас попробую позвать вас, погоди. Да, ты завалил. Твою мать, я забыл записать. Короче, народ, у нас тут абориген сдох. Блин. Да, ну что сделаешь, он пришел, и мы все забыли включить запись. Деревянная нога. Я его разделываю, короче, я ничего не знаю. Такое только не кушай, не кушай его. Ты ему жопу раскрываешь, как этот. Ага. Как будто я ему жопу вскрыл. Главное, его не кушай. Фу, ребятки, тут не успели немножко записать, но, блин, чисто случайно получилось. Ну, это реально. Так он бежит, еще такой звук. Случайно напал абориген. Давайте строить сейчас навес этот, который сейчас у нас недостроен. Мы его затоптали, короче. Копье кидаю, кому надо. Бедный в шоке. Так, на палке нет, у меня рана. Блин. Поранили? И у меня тоже что-то. Малинерия, народ, малинерия. Здесь рядышком есть. Знаем, только одену. Так, меня слушайте, здесь рядышком. Так, у меня перья, кости. Вот, прям у меня есть малинерия. Окей. Ой, я сейчас засну, сейчас прям на земле. Так, главное дело, у нас что, темнеет, что ли? Я не пойму, что у меня. Ой, у меня рана.
Малинерия, у меня близко. Добейте Малинерию, возьмите и почините себя, блядь. Она разве? Ты бьешь? Да. Так, а где она? Только она не рубится, а ну-ка попробуй. Желтых нет. Там она с желтыми цветочками должна да, быть, да? Да, да, да. У меня нет вот, желтых. Вот, появилась. Так, так, на, так. Кидаю, скрафти себе. Я посплю здесь на камне. А вот это малинерия, нет? Так, а я засну немножко. Вещи вроде не, есть, кое-что. Ну я Тёрсти. Тоже не видел, как Кент ее рубил. У меня не показано, что это. Я тебе выкинул, блин. Возьми да нет, её. Я говорю, я ее взял, я ее взял. Я уже сделал повязку, но мне не было показано, что это малинерия. Ой, мне что-то плохо. Ой, мне. Вы только начали, блин, у вас уже все что-то ой, плохо. Мне, блин, плохо. А он меня, наверное, задел. Он меня задел, потому что задел. Короче, господи, я когда начинаю от вас далеко отходить, меня начинает сильно подлагивать. Тебя поднять? Я строго, да, понимаем. Строго обратно приходим, быстро. Бегу. А то опять что-то у нас сломается и вылетим все. Да. Так, давайте не ждать, а сделайте себе топоры. И строим эту хрень, чтобы можно было и спать, и так, сохраняться. У меня еще три. Что такое? Ага. У меня нет сала. Мне рано, мне надо лечиться. Чем я не знаю. Малинерия, иди сюда, я дам тебе малинерию. Иди сюда ко мне, иди. Давай, вам давай. Что? Давай, мне надо вспоминать, как я к вам шла. Лесгейм, я слева. Куда ты идешь? А ты иди понад деревом, слышишь? Да, вижу. Ой, не понад деревом, а понад вижу, скалой. Вижу, вижу. Так, кидаю. Пейдж. Поняла, нет? Забирай. Понад скалой иди. Так, я взял. Я вот помню. Теперь мне надо лупа. Мы где-то здесь шли, а потом мы поднимались или опускали? Да ёкарный бабай, блин. Мы подняли. Лупа. Стамины нет? Нет, не здесь. У меня стамины нет, чтобы дерево срубить, охренеть. Так. Дай мне этот топор, я буду добывать. Да он сломался как раз и упал дерево. Seriously? Все, достраиваем. Так, но у меня еще что-то, подождите, ребятки, у меня еще что-то. Что? Блин, ну опять я этот кружочек, у меня... Что в нем? Кружочек. В кружке что? Лупа, наверное. А. Клякса. Так, сейчас, подожди, клякса. Кент, я тебе ее кидал, посмотри. Кто кого? Помнит? Так, кто помнит дорогу? Клякса, а клякса, если клякса, от водопада кент, ходить, то это надо по левому, по левой части, по левому краю ходить. Ну вот по левому водопада. Краю, по сухому. Так, я вот прошла. Кент, кто-то здесь идет. А, вот, броненосец, все нормально. Убивай его. Вот, вижу, все, я Хусейна вижу. Так, там мне ничего нету. Длинные палки нужны, во. Нету. Блин, я сам достраиваю ничего этот грёбаный дом, а? Вот что это за клякса? Стоп, у тебя подожди. Нету этих камней? Сейчас посмотрим. Но мне, кстати, в этот раз подлагивает сильно. В прошлый раз не подлагивало. Что надо? Ты можешь там перезайти, если что. Да. Пошли палка, туда, тут ты не видишь. Палка. Так, нет, лечение. Лечилки, лечилки. А что у тебя там за знаки есть? Длинная палка у меня, какая-то есть? Не, у меня, знаешь, у меня от кружочка клякса. Помнишь, я тебе Пейдж говорил? Что такое клякса? Я не пойму это русское слово. Да я тебе кину. Как солнышко, вот, смотри. Я не знаю. Вот как это тут... грязь, это ничего страшного, это грязь. А, грязь. Это только главное не кушай, все, если все, ты все, грязный. А у меня как отравление, только нет, у меня показан желудок, но вроде у меня все нормально, еда все где... требует. Так, покушай а что-нибудь. А, дождик пойдет, а я помоюсь, да? Или в речку пойдешь. Народ, длинная палка нужна, нам нужно делать эту хрень. Дождик, где дождик? Я вот, всю эту хрень делаю вот сам. Палка. Так, длинная? Надо... Отлично. Поставила веревки, ставлю. Несите мои ставьте деревья. Ставьте веревки, сейчас я листья соберу. Только не пальмовые, а такие. Да, пальмовые вроде там. Так, мне бы камушек парочку. Нет. Сухой лист. Так, собираем, так, собираем, собираем. Так, ребят, я пошел камни искать. А, да, по берегу, тоже. Но недалеко, аккуратнее. Так, я какой-то был... кукуруза или не кукуруза. У меня же был нож. Так, с проблемой у всех проблемы. У меня был нож, у меня было это, у меня стамина нет. А, я нож сломал. Я об него, короче, сломал нож. Прикинь. Об него? Ага. Так, ты этого ножом бил? Я но его ножом утро будет. Бил, да? Вы его копьями, я его ножом, короче. Это, ты на часы смотри, скажи нам, сколько время. 6.07. Вот, 6.07. Утро, поэтому и темно. Утро, поэтому темно. Хорошо. Ну, наступает рассвет, утро. Рассвета. Рассвет, то есть. Ну, утро, короче, рассвет. Так, гусеница у нас
несъедобное, да, варить надо. Ну да, я там, кстати, на кого там... О, там костер стоит. Да, костер, я там... Мясо все равно пропадало уже. Два листика еще надо. Да. Тащите. Так, у меня нет пальмы пока это. Пальма вот валяется. Или не пальма. Ни у кого нифига нет, блин. Пальма, нечего. Пальма. Только не бабан, не бабановая. Не бабановая, да, мы не бабановые. Да, не банановые. Так, где же камушек? Что еще? Ой, еще длинные палки. Блин, что так бананов? Много их надо? А кто такой? Кто такой этот? Вы листья принесли? Да, листья есть, длинные палки еще нужны, две штуки. Так. Ту длинные палки. Камушек, камушек. Нет, я вижу, что листья нужны. Нет, листья не нужны. Там нужны листья. Нужны. Ну это так, ты все, видишь, сейчас, походу, сейчас я листья принесу, все. Да не листья, Хуся, вот, палки лучше да, принеси. Да вон есть лист, есть одно листво, одна лист. Нет, это не листья. Две. Меня это. С краю две. Ну я вижу, что два. Вот я листья принес, разбирайтесь с листами. Тоненькое дерево хочу. Изготовить, изготовить. Так, стоп, давайте. Дождь идет. Кокосики на том берегу, надо их найти. А, кокосики на том берегу. Так, всё. Изготовить, изготовить. Так, вам что еще надо, какие-нибудь ветки или еще что? Длинные палки, две палка штуки. Одна. Тонкая палка. Одна только? Сейчас принесу. А одну я взял, короче, несу. Короче, прикол в том, что я не могу ее поставить. Почему? Я поэтому говорю, я этот дом строил, поэтому там у меня были только палки. Не листья, а палки нужны были. Так, ну, сейчас. Ну, все, тогда иди достраивай. Вот одна. Ставлю. Вот еще вторая нужна будет. Вот, на. Вот еще. Уйди, я не могу взять. Отвернись. А, готовить. Да твою мать, блин! Готовить, пень! Палку. Все, я сразу запутал. Спать. Мне все равно, да? Я спать. Это, она не спит. А я могу она не спит? Да? Я могу да. Сохранить. Нет, давай лучше я. Но ты тоже сохрани, если что. Могу, я не пойму, да, почему мне есть не хочется, готовить. А у меня показано, что якобы я чем-то отравился. В то же время я не отравился. У меня там спать типа желудок. Спать я сейчас поставлю. Кровать поставь. Так, а да. Что там нужно? Листья? Да, вот еще. Вот они здесь есть пальмы. Несколько. Я принес. Много было. Принес? Тогда ставь сюда. Вот они. Дождик, ставь. Дождик, дождик. Да, листья. Такие листья. Твою мать, блин, я сейчас опять дождик, упаду, сейчас блин. Кента, можешь посмотреть еще раз? Кент, не могу, хусь не могу. Я сейчас упаду просто в обморок опять. Кент, не могу. Крабы, крабы, крабы. Листьев нет уже. Да, крабы, что там за эти крабы? Ай, твою же медь, не успели мы. Ни хрена не успели. А разбудите меня, я без сознания. Разбудите меня, когда солнце встанет, да? Да вам хорошо, блин, вы заново зашли, а я тут дальше выживал. У вас хп все полное, все вообще по это, как его, по фулам. Все, кровать готова. Я спать можно, пошел. Можно сейвиться. Ребят, каждый должен просто немножечко поспать. На крышу и засейвиться. Поспать? На да это немножечко, тоже? Это хотя бы да, половина. Да, на крыше сейвиться. Я не знал. А, да, да ладно. А кто играл, кто скажет, сейчас научит нас. Слушай, а может нам сохраниться сейчас на всякий случай? Да сохраните. Попробуй. Так, давай, так, сохрани. А как вы думали, там сохранял на в прошлый да, раз, когда у нас крыша была и костер? Сохранена. Ничего. Ты в реале хоть это вот держись. Ой, а как я это сделал? Я поспал, у меня все по фулам. Я пошел за этими кокосами. Так, о, кокос вижу. Пошли. Скажите, пожалуйста, что. Подними голову вверх. У меня какой-то значок. Не могу понять, что за значок. У меня показан желудок. Желудок, но в то же время у меня не требуется. Это червяки. Ты либо какие съел, либо червяки? Выпил, по-моему, что-то, нет? Отравление нет. Пищевое. Отравление, это. Да. От там чего? Есть один, я да. Грибы поспать, только поспать, ел. Один поспать, поспать. Во, грибы только ел. Второй. А Пейдж, напомни, а камни кидать можно в кокосы? А, не помню, но я знаю, что где один кокос, на дереве будет еще два. Два кокоса вот на дерево прям, не, даже три. О, упал один, где отлично. Где? Где-то о, еще да, упало. Да, тексты как свинья, бы за меня свинья, есть. Свинья, 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 свинья. Пей, где? Только аккуратнее. У меня хрюкает где-то. Давай, 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 я бегу к тебе. Я иди, давай копьёшки кинем. Давай а быстрее как, ко мне. Как кидать, как кидать? Да, я говорил на колесико. Тут, а, тут свиньи, а, идите понял. Ко мне, идите ко мне. Да мясо у нас нормально будет. Давайте, давайте, бегите, 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 дети, бегите. Куда ты, Олег, стой. В одну надо. Есть. Олег кинул, я же, ну, Олег, и я кинул. Не ай!
Убегает. Только змеи, аккуратно, змеи, аккуратнее. Да понятно. А я копье просрал. Надо было на раз, два, три. Охота. Так мы в одну и ту же кинули. Да не в одну и ту же, я вообще в другую. Да вы сейчас еще поделитесь еще, блядь. Да ладно. Я сейчас подожди, сделаю сейчас копье себе еще. Так, она упала. Сюда. Мы пришли там, где в начале приходите в лагерь к этим туземцам. В лагерь. Лагерь. Кстати, тут у них есть палки, можно. Тут я бы выиграл. О, свинья моя упала. Куда я попал? Копьем, короче, она упала, отлично. Ко мне подойдите, пожалуйста. Будет мясо. А, не. Слушай, еще. У меня два копья. Даже. Так, где ты? На, в бошку. В бошку. Ох, с одного нет. Удара, прикиньте. О, перевес. Так, а где так ты? Так я же говорю, в бошку надо. Не буду. Так, это все хорошо, куда мой топор улетел? Вот, 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 кто? ЛСГ, Олег, высушенный. Иди сюда, у тебя есть ножик? Тихо, иди тихо, сюда тихо. Ко мне. Есть, есть. Иди. Блин, и разделай, у меня крыса есть. Свинью. Да, не готовить. Блин, я куда скинул? Не переживай, иди сюда. А куда? Так, они там пока разбираются. От отравления. О, смотрите, здесь пипец этот. Да это в начале, ты что, не дошел до... А, ты... Не дошел. Понятно. У меня можешь не спрашивать, я не дошел. Я единственное, до чего дошел, это... Может, он сломался просто, вполне вероятно. Знаете, до чего я дошел? О, яйцо до есть. Этого. До так, обрыва, я помню, что я говорил. Игуана, да. Игуанодон. Вес, наконец-то. А эти хозяева не прибегут? Могут. А что у вас там, лагерь? Ну, лагерь вот этот разбитый, да. Помнишь, в начале еще, когда ты только-только подходишь к нему? И начинаешь... А, там внутри можно кострище, где выучить. Да, да, да. Тут еще сушилку, да. Так, стоп, что у нас тут? Ой, я какую-то ловушку по-бразильски паук. Вот, классная штука, потому что я так поняла, что есть повязки с этого паука, но не написано, что конкретно оно лечит. Принес, вот, смотри. Олег, иди сюда, у меня еще одна крыса, разбери ее. А, давай. Да не надо столько мяса, вы что? Да, я ну, сейчас принесу, как да. Отравление мне вылечить, аккуратно. Вот я грибами лечил, я не знаю. Я тот раз, помнишь? А у тебя есть грибы? Нету. Блин, я не то сделал. Так мне взять этого паука? Он просто, он в какой-то ловушке. Да, стоит. Бери его. Возьми, возьми. Осторожно. Схватить, подготовить. Сейчас, схватить. Ой, у меня перевес. Нет. Слушай, давай тебе мясо скину одно. Хотя бы. Давай, кидай. Я слышу, где-то кто-то фыркает. Это змея гремучая. А три даже вот еще. Жиры, ой, съедаем. Полно. О, у меня стена перевес. Да. Ну отлично. Ладно, я попробую. А вон игуанодон, вот он шипит. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди да сюда. Игуанодон. Игуанодон. Пейдж, рассказывай, что делаешь? Чем занята? Я занята тем, что делаю повязки. Ой, какой молодец, слушай, Вася, Вася. Будешь лечить, так, ну, конечно. Повязки, ладно, я вам, если дойду, я вам сейчас еды... А как мне эту ловушку забрать? Я ее, короче, нашел, но я не могу... А ее, наверное, не заберешь, наверное. А, я ну я, короче... А, личинку сюда положу. Да, твою мать. Ты... Ребят, там в костре, если вы еще не ушли, возьмите угли, пожалуйста. Ага, я если донесу все это дело. Сейчас, угли, сейчас, либо лепил, что-нибудь возьму, там будет. Все возьми. Готовить. Все, я ответственный, я тут ответственный. У меня есть кокосовый бидон, все, буду жить. Забирай. Один уголек. Так, листья бананового дерева надо? Кокосовый бидон можно поставить на костер, кто помнит? Блин, а что делаю? Кокосовый шо? Пейдж, кокосовый бидон с водой ставится на костер, нет? Нет, по-моему, нет. Слушай, на, возьми еще мясо. Давай. Блин, жалко его выкидывать. На, вот еще я три кусочка кинул, смотри. Так, Олег, смотри, я бревна беру на всякий случай. Вы там далеко опять не отходите друг от друга? Да-да, мы, кстати, очень... Мы надписи не видим уже. Так, как? Так, я бревна взял. Я время от времени буду... Я вот сейчас сохранюсь на всякий пожарный. Тихо. Подожди-ка. А, воля, грибы, гони. Не надо. Не гони. Грибы, знаешь, какие? Зеленые попробуй. Желтые, нормально. Блин, сейчас я опять ему скажу, он скажет, вот опять отравил. Так, а у меня что-то проблемы какие-то, народ. У меня теперь вот, ничего... Вот я ничего не могу взять. Про что я говорю? А, нажми на... Ты, наверное, на этот нажал. На что нажал? Да, ё-моё. Стой, мой кокос, я его пью. По очереди. Так я его сюда принес.
Да мой какой-то был мой какой-то. Ну, кто знал. Не страшно, не страшно. Второе мясо. Так, вы низкий поставили, да? Так, мы идем. Да, немного. Так, мы идем. У меня один бидон есть. Мы с мясом идем, да. Ну смотри, меня могут сейчас убивать, так что будь наготове, потому что. Покушай этот суп или что там, я это вам варю. Так, у меня эти пиявки, по-моему, на мне. Потому что. Да ладно, пиявки, нахрена бревно. Ты уже сварил? А нам разве не надо бревна? Да, должно было. Ну, чё? Нам бревна не нужны? Пока нет, да у нас тут рядышком есть. Я правильно понимаю, что мы здесь не остаемся? Не, мы здесь не остаемся, мы сейчас сильно жестко строиться не будем. Да, и не спрашиваешь у меня разрешения. Только поспать, покушать и пойти дальше. Вы там вообще о чем? Так, вот это что за цветы? Да вот добыть надо, я ж что и бросил. У меня тебя нету камушков лишних? Мне даже говорить сейчас ни о чем не надо, потому что тут все говорят. Все, добыл? Забирай меня. Добыл. Да тут листья. Мальчики, теперь... бидончики. А я не могу их взять, подожди. Мальчики, бидончики. Мальчиков, бидончиков нет. Извиняюсь. Мальчики, бидончики. А что из них можно изготовить, подождите. Не знаю, забери, а пыль все приготовить. Я не могу их забрать почему-то. Места не хватает. Я взял, сожрал гриб. Твою мать. Так, ладно. Что, плохой гриб? О, рыбы есть, а ты говорил, рыбы нет. Прям рядом с нами есть. Тоже нет, это мне не надо. Бля, почему я не могу листья взять? А какие тебе листья вообще для чего нужны? Олег сказал, а у меня потому что, не поверите, у меня полный рюкзак костей. Иди выкидывай прямо на базе здесь у нас. Зачем? Кости нужные. Сразу делай из них эти... Палки-вытыкалки. Какие палки-вытыкалки? Либо броню, либо делай иглы, да. А ты скажи ему, как броню сделать. Иглы как делать? Так, кости. Кент, а где ты говоришь? Я не вижу рыбу. Нет, три кости. Тут у меня есть. Добыть как-то сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас добыть там как-то. Пусть сюда иди. Да, есть такое дело. Добыть. Я пошел завоевывать сердце, потому что я принес еду. Давай, сейчас завоевывай. Иголок понаделаю, чтобы у каждого было по иголке. Пейдж, возьмите, пожалуйста. Я тут вам и фруктики, и... Какой я меткий, я в кокос попал, блин, копьем. Я только не знаю, что это за кукуруза, скажи мне, ее куда сувать можно. Кукурузу в кладе, она очень питательная. Это не кукуруза, я не знаю, что это такое. Да, я ее тоже кукурузу называю. Так, мне нужна вода, я пойду за грязной водой. Так, я паук базилийский, бразильский. А, вот это я сейчас возьму паука. Возьми. Так, стоп. Сейчас Пейдж, а желудок все-таки что означает? Мы вроде ничего такого плохого не кушали, а он все-таки да, показывается. Да, вот в чем проблема. Либо отравление, либо червячки. Либо есть, просто хотите, посмотрите. Я не помню вот так, чтобы... Просто у меня такое давно не появлялось. Кен, смотри. Я краба сейчас добуду. Оп, не добыл. Давай, у меня перевес. Смотри. Что-то еще надо, третье. Смотри, сейчас как надо, смотри, сейчас покажу. Короче, смотрите, две кости... Слева, сзади. Ребят, две кости, две веревки. Что еще добавить, чтобы что-то получилось? Скорее всего, пальмовый лист тоже. Кен, нету рыбы здесь. Так, окей, тогда у меня этого нет, ладно? Есть. Позже вот берем. Это пираньи. Они не добывают, к сожалению. А. Надо кстати, большие. Я потерялся. Печально, я не удивлен. Кто бы сомневался. Так, это, ты куда ж пошел от меня? Прямо шел, да? Прямо. Вспомни, где ты был. Так, окей. Короче, открой этот... F нажми. Огненож. Как он называется-то? Часы. У тебя... Хорошо было бы черепашек встретить. Смотри, тебе надо идти на... С, это что? Север, юг, запад, так, запад. Так, я уже пришел, все нормально. Так, я еще кокосов наловил. А, я опять грязный. Че я такой замарашка? Шрек очароваш. Блин, я что-то опять грязный весь какой-то. Вон, ты по дереву ходишь, иди туда. Да не, я вас нашел уже, у меня другая... Я пираньи нашел. Да что ты, Костик, пираньи не добывают, к сожалению. Так, помыться. О, я думал, а я потушила случайно костер. Идите ко мне, крысы. Да в голову, Хусь, ты просто в голову и сразу пойдет. Место пропитания здесь. Нормально, у нас тут рядышком есть мясо. А костер полностью сломался или мне кажется? Вау! Я его потушила случайно. Он работает, да? Ну, есть как бы. Нет, я его потушила. Так, отлично. Дрель есть, нету сухостоя. Держи. Сейчас народ спросит, а как это вы так научились быстро играть, а мы как... Ну мы не хотели позвонить.
с нами девушка. Да вот в чем-то и дело. Я вам про что и говорил, что надо показывать, как нужно выживать. Зачем? Хуй, Олег, если ты не будешь знать, как выживать, если ты не будешь знать, ты не сможешь показать. Понимаешь? Хоть говорите тогда, объясняйте как-нибудь. А мы до сих пор что делали? А мы чем занимались? А я что говорил, что перед записью надо что? Вот мы это и делали. Мы без пытались выживаем, научиться. Понимаете? Потому что мы все знаем, и поэтому без толку. Так, то... Я вижу, как мы все знаем, и у тебя там то одно не получалось, то другое не получалось. Так, у меня 5 часы, и зараза, что-то мне не хватает. Что у нас тут готовится? Так, мне жрать надо. А что плоды ты ставишь так прям напрямую? Жрать надо, пить надо, короче. Или просто выкинула? Их некуда положить, кому надо, берите, да. У меня просто тоже так. Так, суп с личинкой я выпил. Блин, я провтыкал. Я выпил и отравился. Я молод. Ты что-то плохое выпил, да. Короче. Да вот здесь желтая была миска, которая ползет вот сейчас куда-то. Тебе не понравилось. Там не могло быть ничего. А вот сейчас проверим. Там не могло быть ничего. Давайте, если в инвентаре, народ, если в инвентаре что-то у вас портится, не выкидывайте, а нажимайте правую кнопку мыши и уничтожить. Не знаю, у меня все нормально. Если у меня просто испорченное мясо, я видел, просто здесь тоже валяется. Сразу уничтожайте, да, а не вот. Просто выкидывайте. Слушай, а что оно так быстро испортилось? Думаешь, сварили испорченное мясо? Вполне вероятно из-за этого. Кстати, у меня мясо есть. Так, корень какой-то у меня есть. Так, хорошее мясо есть? Мне грибы нужны. Да, я сейчас варю. Вот мясо. Так, дайте я грибок съем. Тут рядом с нами кто-то ходит, кстати, маленький такой. Не помогло, не тот гриб. Так, я грязный. Так, углеводы, что я так? Смотрите постоянно за углеводами, за всем этим вот делом. Так, съесть. Да мне сейчас надо будет уже есть там. Съесть. Так, у меня мясо тоже полно, куда его выбросить? Да, скажи мне, пожалуйста, Кент, мы прямой записи будем записывать? Или будем делить? Так. В смысле делить? Что делить, я не понял. По частям. Ну у нас уже 30 минут просто. Ну, 40 уже. Ну где-то 40 можно записать 40 минут и на этом закончим. Угу. Так. Ой, там этот броненосец пробежал. Да ничего. Так, от желудка у нас что вообще есть? Я помню, какими-то грибами я вылечился так быстро. Зеленые, очень-очень яркие грибы зеленые. Да, зеленые, яркие. Они вылечивают с проблемы с желудком. Ага. Так это маленькие желтые получаются, да? Нет, зеленые, так. Очень зеленые. Чем мы тут варим? Так, что варится и варится? Мясо. А, после уже второй раз. Мы набрали много мяса, а почему-то оно так быстро пропадает, это мясо. Так, я отнесу. Протеины, мясо, энергия. Кстати, и энергия тоже пополняется. Ой, у меня перевес. А, знаешь, что это было? Это была человечина. Кто ее тут швырнул? Вот ты ее и съел. А я поэтому и сказал, да, ее надо уничтожать. Я ее приготовила, короче, а ты ее съел. Я тебя поздравляю. Так, а вот это я еще мясо тут принес. Так, бронито. Как делается бронито из костей? Сейчас надо все помнить. По-моему, 2 или 3 кости в веревке. Так, ребят, энергия, протеина. Давайте либо палка, либо... иголочки все. Надаю топоры, вам. Топоры, кирки, ножи, копья, лук, стрелы, инструменты, рыбалка, броня. Броня из листьев, дерева. То вдруг я помру, ребят. Банановый лист плюс 2 веревки плюс 3. Давайте я вам иголочки дам. Да, иголочку давай мне. Давайте, а так костей дофига, блин, чего вы так? А от сосны оторви иголочку. Я не знаю, где мне бы иголочку. Да, вот, я иду забирать. Вот я кидаю, вот 2 иголочки. Отходи. Мне бы одну взять. Вот. 3-я иголочка. Все, одну я себе взяла. Ребят, возьмите иголочку. Ребят, потом вот в панике не искали. У меня есть. У меня так, своя игла, короче. И я хочу пальмовые листья. А вот пальмовые листья есть. Сейчас я попробую. Можно съесть, правда, углеводов пока у меня. Не сдох. Блин, а тебе не надо? Где бы это? Ну ладно. Так. Готовить. Щет! Сирисли! Он в крыше. Я крысу. Аллергены, что ли? Не, он такой, щет! Сирисли! Так, веревка. Уничтожаем. Веревка. Испорченные продукты не забывайте, а уничтожайте. Кто меня может встретить, а то у меня перевес просто. И я твои пальмовый лист, да? Кости забрал Кент и все, и у меня я забыл за них, забыл вернуть. А что за перевес? Слушай, а пальмовый лист я могу только... Там где крысы, да, там вот это. Я могу только поднять, я не могу. Нет, смотри, он должен лежать на земле,
Ты на него сразу ПКМ изготовит. Попробуйте, должно получиться. Блин, у меня статы вообще в топе сейчас. Я прям этот царь зверей, блин. Ладно, сейчас попробуем. Пейдж меня накормила, я тут сыт. Не, на него не могу. Я там 3-4 супа, блин, выпил. На него ничего не могу. Что ты с ними делаешь? Кого ты там убил? Да я могу поднять или уничтожить этот пальмовый лист. Все. Так, я тоже. Кладбище нашел, что ли? А где паук здесь лежал? Вернее, этот птицеед. А, вот. Да я. Все, я перевес. Хусь, что там делаешь? Иди обратно. Он должен высохнуть, наверное. Тебе кушать надо сейчас. У тебя статы, блин, наполовину. Только не выкидывайте его, пожалуйста. Я хочу проверить. А тут паук птицеед лежит, дохлый. Не выкидывайте, он высохнет, я его заберу. Так, вот что мне надо. Паук птицеед. Кстати, зеленые эти грибы вот здесь у нас рядышком должны резаться. Да, но мы по-любому кровать. Дальше продвинемся, так что здесь мы так укрепляемся так, и вот. Выучиваем. Скажи, а мне воду что-то для выживания. Нормально бор... Вы да. должны были сделать по одному бурдюку, товарищ. Бурдюк? Да, должны, но кокосов нет. Из кокоса и... Готовить. И... О, можно, а, и веревки. Изготовить. Думала, ты понял уже. В смысле, пусто, если все готовить, да, вот. Изготовить. Я костер освежаю. Да, короче, броня из костей делается. Три кости, две веревки и пальмовый лист. Вообще, Вася научился, слушай! Да. Три веревки, два костя или сколько там, или две кости? Три кости получается, три кости, один лист и... Пейдж, скажи, где водичка есть, надо это? Мясо приготовить. Я несу грязную воду, я ее ставлю, кипячу, и потом в эту кипяченую ну, уже короче, закидываем с вами. Я снова тебя а, ты прям в бурдюке прям берешь? Да, я в грязную воду беру бурдюк. Слушайте, а, так он а у меня как ее на себя взять теперь? Кого? Сейчас, ППЧ, мне, пожалуйста, я пошел так, добывать, а мне, пожалуйста, всех, стейк ебай, пожалуйста. Далее, говори. Средней прожарки, да? Люди! Говорю. 5 секунд, блядь, я это ее сделал, но она упала, я не могу поднять ее. Кого, броню? Да, я могу ее только изготовить. Где она? У тебя места не хватает. Я говорю взять, послушай, она не берет. Послушай, Олег, у тебя места не хватает в инвентаре. Очисти свободное место. Все, тогда берите ее. Тогда вот она лежит, возьмите. И перетягивай. Видишь, банановые ее? Листья. Я ее пока не вижу. Короче, листья я надо убрать. Считаю, вот, что вот, без, вот. Сейчас вижу. Да. Без кокосов, в смысле забрал? Без... Забрал? Все, молодец. Без сейчас воды возьму. Идти никуда так. Нет смысла, поэтому все да. Сейчас должны сделать себе по одному хотя бы бурдючку. Так, теперь я попробую. А потом еще наполнить готовить. Чистой так, водой готовить. И снова вот так прокипятить готовить. И наполнить чистой водой. Блин, так обидно отсюда уходить, здесь тут такой этот так, лужайка с крысами. Готовить. Можно есть и не переесть. Изготовить. Записная книжка броня из костей, кто открыл, да? Я украл у Олега. Украл. На раз меня туземцы бегут, туземцы на реке. Да блин, я и вторую. Почему я не могу взять? Да, я вижу, вот место они, в вот они, смотрите. Короче, это, берите вторую броню, я не знаю, нам... Ребята, защищает. Туземец пришел, какая броня, идите сюда, вот, вон он. Где? Вот он. Он стреляет в меня, валим. Ой. Где он? У меня по-любому а где он? Он лук, он короче, лук. Погнали. А он пошли за... Ним. Застыл. Короче. А я его не вижу, блин. Давай. Кого бить-то? Иди забери. Походу бью, да? Все, убил. А я его. Лук есть, забирай. Олег, у тебя не попадает в инвентарь, потому что надо очистить. Выкинь что-нибудь, возьми броню, да одень, потом забери обратно. Я потратил на две брони. Да я тебе отвечаю. Ты меня слышишь? Чтоб ты его, эту броню взял, тебе надо освободить инвентарь. Взять броню в инвентарь, одеть ее, а потом вернуть все вещи. Я понял. Курлык. Я курлык? А, кстати, они не пропадают, они могут лежать, причем не слезают. Знаете, чем мы занимаемся до сих пор? Пейдж делает нам еду, а мы все жрем и жрем. Да, я так и поняла. Всю серию. А зачем мы ее взяли? Потому что она женщина. Ну да. Она должна есть, а мы ее одеваем. Как там говорят? А мы ее обхаживаем. Хусь, ее место на кухне. Да. Я с вами не играю. Олег, ты еще обидел нас.
А чё, я вам броню делаю, а вы... Как сейчас одену, мужики сюда, на охоте, Яна. Баба на... Мечтайте, да, мечтайте. Это только на старте, подождите, это на старте. Она нас сейчас учит, понимаете? Вы все это должны впитывать. Да, все понимаем, все понимаем. Где-то здесь вот она, где черт его знает. Листья мешают, что ли, я хрен его знает. Так, вот так вот, значит, забагованный, вот так вот. Где? А у нас нету места, да? Я просто водичку хотел. Да, брони твои не видно. Ху, хопана. Капец. Так, я куда-то вылез. Хопана. Так, вы научились. У меня вода есть. Играть. Вода нужна? Мы так. Куда-то идем. Да, только только не сейчас, мы здесь уже закончим. Мы уже здесь закончим. Так, что ты говоришь, выложить все из рюкзака, да? Ага. Из третьего слота. Из третьего слота. Из третьего. Блин. Броня туда уходит. Нет, почему жалко. Я все время чем-то. Если сейчас все выложу. Мясо пропадает, третьего... не жарьте это мясо, все уже печально. В смысле, оно сырое пока. Сырое пока. 16 часов, хуй, ты че? Отойдите, не смотрите, отойдите от мяса. Не смотрите, не смотрите. Так, вода чистая, давай. Как, давай, как моя мама, ничему помощи не дождетесь, а потом тебе помочь не надо, еще мясо, я вот. Сама справлюсь, оп. Вы только мешаете. Да-да-да, примерно так оно и есть. А блин, листьев-то. О, зеленые эти грибы, я пошел. Я залью сразу возьми, водой. А то у меня желудок болит, и мне кажется, тоже. Ой, я сейчас... Только опять ой, а у меня так будет. Хорошо все, желудок не болит. Да, конечно, ты там живешь на этой кухне, помню, стоишь и живешь. Короче, ребят, возьмите кто-нибудь эту броню, я потом... Вы... Давай броню. А ты нашел ее? Да, нашел, ага. Да, я одену, а то у меня нога одна с броней, а другая без. Вот она валяется. Вот опять она. Выкидываю видишь? Вот это. Вот видишь, как все делается? Выкидываешь, так, потому делаешь что все место. Мне сейчас что-то поплохело совсем. А я делаю уже, мне нужно, чтобы на две ноги было. Так, иначе блин, дисбаланс я. Просто. Лев. Че, я ж вон стоял возле нее, говорю, ты ее нашел, да. Кого нашел? Блин, ну вы меня слышите? Я же броню взял, я делал, вы о чем? Да нет, я две сделал. Высушенные. Каменную иглу кто не нет? Шо высушенный? Каменная игла вот здесь вот валяется. Неизвестный цветок. Не трогайте, не трогайте. Сейчас все будет. А что за кукурузу ты вставила в цветок? Не пойму, понятно. Подождите. Это я нашел цветок этот, ё-моё, я его сюда выкинул. Нифига, такое ощущение, вот меня не слышно, нифига. А что ты говоришь? Проехали. Сейчас, смотрите. Я что, её броню взял? Там это валяется. Я забрал иглу. А иглы не нужны, у нас игл дофига. Ну, Хусен говорит, мне игла нужна. Пусть нет, сюда я, игла, я забрал, кто не взял иглу, я говорю, за это. Я взяла. Одна игла лежит, я говорю, кто не взял иглу, я говорю, я забрал. Я, наверное, покушаю, да? Еще у меня правда, протеинам так много не надо нам. Ой, стойте, вы пока стоите, я тут уже огород делаю. Так, все. Так, мы же уходить собрались. Мы же уходить собрались, да. Ну, а что мне делать, у меня ресурсов полно. Кто грибы нашел зеленый? Дайте мне. Да на, но они не помогают, это не те грибы. Ой. Так, сейчас посмотрим. Я залил водой, что-то тут нет, надо это сажать? Не, я же говорю, мне это вода. Я залил водой этот, как его. Кого? И вода нужна пить, что ли? Да. Так супы нет, дают же воду. Это не а те грибы. Супы дают, ну конечно. Я пошел бурдюк наполнять. Бурдюк. Так, мне надо поспать, я так и не понял, как мне надо еще взять. И поесть. Пусть берешь кокос. Ага. Тут у меня труп аборигена. Целый или нет? Короче, не разделанный, а именно разделанный от кожуры. Это остается деревяшка эта штука. Ты ее выбиваешь. Да. И потом ставишь веревку вместе с ним. Ну, на... Да его, ладно. На крафт. А, ну, логично, в принципе, да. Ну вот. Так, 40 литров воды блин, идут к костру. Взял. Получается... 40 литров, ничего себе. Ну, так, это и... кто хочет поэкспериментировать? Я хочу, я всегда за все эксперименты. У меня и так отравление. Я сейчас новый клубень, который в первый раз тоже готовлю в этой игре. Так, ладно. Скажешь, что там. Да, где он? Где он? Вот это. Где? Вижу, вижу. Все, готово, да, можно пить. Да, маланга. Используется, кем используется? Свали. Я ушел, давай. Дайте мне выпить, а то у меня здоровье не было. Так, значит, 40 углеводов, 10 воды, 10 энергия. Слышно?
Ага, ну хорошо, да, короче. Да, все отлично. Все. Олег, я ставлю здесь эту штуку, вот наполняется. Сейчас кипятиться будет. У меня просто. А неизвестный гриб тоже можно, да? Туда сюда. Здоровье, мне жопа что-то. Жопа со здоровьем. Сейчас бы вот сюда, вот видишь, это вот низко маленькая. Сейчас будет готово. Я случайно хотела выкинуть, я съела. Приготовленное. Что у нас там отравление? От отравления. Есть. Да. От, блин, у меня много перебор протеинов у меня, короче, походу. А чё низки там стоят? У нас с водой проблем нет, у нас бурдюки есть. Так, короче, народ, я нашел курлык. А что курлык это что? Курлык? Попугай. Это я его попугай. Выкинул. Курлык, вот он. Вот он, еще один попугай. О! Курлык, как он там? Саня, Петя. У меня просто попугай. Мне кажется, Олег, кому-то что-то было плохо сейчас по звуку. Да, это я... Это мне да. плохо. Ага, все, отлично. Олег, тебе всегда плохо в этой игре. Мне всегда плохо. Если тошнит, можно поспать. А где, у кого-нибудь есть режик? А, есть. Олег, иди сюда, готовится опять для тебя. Да мне что-то от отравления надо. Так это моя палка. Что написано у тебя нарисовано? У меня желудок и двушка. Меня не слышно? Иди спи. Слышно, поспать. Олег. Тут кровать есть, вот прям под только в костер не лезь. Я знаю. Поспи. Но если я сейчас посплю, у меня с голодом проблемы. В смысле с голодом? У нас тут столько еды, ты чё, блин? Что у тебя с голодом там есть? Так, народ, кому нужен лук? Нате, лук. На часы смотри, что у тебя плохо. А, смотри, вот минус пищевое отравление. Вот тут вот костяной настой, выпей. Дай. Олег, на часы смотри, что у тебя. Тут с костями, это вкусная штука. У меня вот написано костяной. Хуся, не кушай, стой, Хуся. Лесгейм, кушай эти две штуки, я тебе 100 раз уже говорил, тебе готовится. Ну, и второй. Стеною, и ну у тебя поднимается ХП, я вижу. С левой стороны еще один есть. И чё говорит? Он не понимает. Да вы стоите, я вас обойти не могу, понимаете? Вон. А ты возьми, обойди. В кучке. А ты, как говорится, сейчас а ты еще один идти. Тебе сделаю. Но у меня желудок не проходит. Мне... Это пройдет. У меня пройдет. Грибами спасся. Где эти грибы найти, черт? Погоди, вот с правой стороны. Олег, еще с правой стороны готовится. Червячки в животике у него. А червячки в животике. Не надо кушать грязными руками. Если у вас этот кружочек. Сдохну, моя будет. Ты съешь еще вот эти супы, вот две штуки. Еще две. Да мне поспать надо, я почему-то не могу. Так поспать иди. Вот что. Не могу я лечь. Смотри, вот иди сюда. Нажми. Что написано? Мне написано. А, вот теперь могу. Был написано используется. А у меня так. Потому что рядом было. Я подхожу, мне пишут, используется. Но никого рядом нет, используется. Народ, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если я сейчас копье запущу в кокос, оно останется там, копье? Нет, если попадешь, то кокос упадет вместе с копьем. Так, давайте я проснусь лучше. Но так, опять нужно углеводы нужны, по идее. Это бананы и всякая хрень. Ребят, мы сейчас опять дождемся, если мы будем здесь стоять того, что у нас все упадет. Да, так что мы сейчас падает. Заканчиваем. Народ. Надо потихоньку валить, да. Все, заканчиваем, сохраняемся. Иди сюда. Давайте закончим. Хусь, ты где? Сейчас, секунду. Ну, теперь подождите, мне надо попить, поесть. Да я какой-то чем-то поесть, попить, надо попить и поесть. Где-то кокос сбил, вот увидел, он упал, а я его, к сожалению, туда не видел. А ночью не надо за ними гоняться за кокосом ночью. Ой, нашел зеленые грибы. Сейчас могут эти прилететь, как их называют. Сейчас проверим. Аборигены? Копия для них есть. Нет, это не те грибы. Друзья мои, мы заканчиваем. Давайте скажем так, если кому-то что-то понравилось, пишите, что вам понравилось. Если вам не понравилось, пишите, что вам не понравилось. Что можно было бы сделать, чтобы было у нас лучше, чтобы у нас выживание стало поудобнее для вас, для просмотра, и чтобы мы здесь не подыхали. Советы все принимаются в комментариях. Правильно? Правильно. Да, ну мы же нашли человека. Пару слов каждый, скажите о игре. Отличная игрушка. Да, напишите, сильно нас не ругайте, а лучше что-нибудь посоветуйте. Вот это будет полезнее. Короче, народ, как всегда, игра самая плохая, когда у тебя ничего не получается. Игра самая лучшая, когда... Когда у тебя ничего не получается. Когда все получается. Это самая лучшая выживалка, в принципе, в которую я играл. Если знать, что делать, да. Я выживалки не люблю, да. Я выживалки вообще не люблю, у меня по шутанчикам, поэтому, как для меня, это очень хорошая выживалка. Вот, и спасибо за компанию. Пейдж, ну, наверное, моя очередь, да. Ну, что могу сказать... Выживалка я обожаю, но выживать с вами мне уже страшно. Это только начало.
Да, да, это такое. Возможно, я с вами выживу. Возможно. Возможно, в следующей серии. Но не точно, да? Если ты нас прокормишь, то выживешь. Мы тебя защитим от любого барикена. Как бы, так если что... Пейдж на следующей серии нет, можете не удивляться. Они меня съели. Нет, да, мы ее съедим, если что. Я все смотрю на Лесгейм, у нас тут еды, блин, тут как бы и готовится. Это вот они во все хп падает и падает. Да я не вижу, я одну тарелку только вижу, и все. Мне жалко ее есть, потому что нас народу много. Я ешь Лесгейм, ешь ее, кушай. Где пей. Ее съели уже? Как ешь? Вот вы говорите, да, жратвы говорит много, я вижу, большой семье не хлопают. Валяется, и все. Короче, большой, друзья мои, всем вокруг удачи. Вот эти ракушки я накидал. И всем пока. Всем пока. Где еда, я не вижу. Let's game, вот, выпей, подожди, 2 секунды. Где? Вот она, вот, с краешку как варится. Где? Ну, хороший это? Корешок, не да. Не готово, пей. Вот, готово. Вот, глянь. У меня все еще проблемы с желудком, так что я на этом... Не парься по желудку не парься. Главное, что у тебя статы были подняты. Так, я, народ, я, короче, выкинул лук, не знаю, у кого есть...